Привет, народ! В общем, разбираюсь вот с этим насосом, с двигателем. Давайте я его вот так вот покажу. Вот такой вот движочек. Ну и вот такая вот схема подключения. То есть получается как бы три фазы, да, но три фазы на 220. То есть здесь у нас вот так вот это все выглядит. Свет оттуда мешает. В общем, здесь заземление получается, видите, да, и раз, два, три. Пытаюсь разобраться, как это запустить. В общем, оказалось, что движочек наш не сгоревший, а просто вот товарищ, когда мне отправлял, говорил: «Русик, перемотаешь его там, правильно подключить», он имел в виду, а сказал слово «перемотаешь». Поэтому я и понял, что он сломанный, в общем, сгоревший, что нужно будет перематывать. Оказывается, нужно его просто правильно подключить. И сейчас я вот здесь сижу с мультиметром, разбираюсь, на какую обмотку мне бросить провода, на какую обмотку конденсатор. Ну, конденсатора пока нет. То есть, судя по вот этим вот данным, мне нужен конденсатор на 3 Ома. 400 Вт. 3-омный конденсатор, чтобы эта вся машинка заиграла. Потому как бросаю просто либо сюда, движочек начинает дергаться. Тык! Такое, знаете, мелкое какое-то шевеление, а вот толчка нет, то есть пускового тока у него нет. В общем, будем заниматься этим. Ну что хочу сейчас сделать. В общем, я пользуюсь, ну давайте я сейчас возьму мобилку и покажу, как это у меня происходит примерно. Вот так вот, здесь у меня стоит камера, я вижу, что происходит там на столе, видите, да, вот таким вот образом. Ну а здесь у меня стоит GoPro камера, Санек ее держит. Что неудобно, я вчера брал вот этот насос, допустим, да, ну и пытался его показать на камеру. Я не понимаю, как далеко от камеры, что там видно, что не видно. То есть это очень большой недостаток. И я как бы, ну, давно уже планировал переехать в гараж, снимать на несколько камер, делать, скажем так, многокамерный монтаж. По этой причине, ну, неудобно, сами понимаете, да. То есть я что-то пытаюсь показать на эту камеру. Ну и вообще сейчас я не понимаю, засветка есть оттуда, то есть как снимает. То есть нормально меня видно, ненормально меня видно. Потому что в комментариях вы пишете, что Русик, ничего не видно с камеры, его просто в освещение. Поэтому давайте я эту камеру выключу сейчас. Поэтому заказал помощника, скажем так, маленького, для камеры GoPro как раз. Ну, вы уже поняли наверняка, потому как превью картинки я делаю. Надо как-то избавляться от этой привычки. Ну, хотя, видите, как по мне, так это очень удобно, когда ты смотришь на название видео, смотришь на превью картинку и понимаешь, что ага, этого видео я ждал, мне нужно его посмотреть. Или они, я не буду это смотреть, мне не интересно. То по этой причине и делаю превью картинки. Кстати, что хочу сказать, что на превью картинку у меня уходит гораздо больше времени, нежели на само видео. Вот такая вот прищепка. Не знаю, боюсь, не подойдет, не рассчитал я немножко. Вот такая вот автомобильная прищепка. Ребята, давайте вот на эту камеру покажу еще, да. Что я планировал с ней делать? Я планировал вот таким вот образом. Вот таким вот образом давайте сюда покажу, да. Оп, телефон. Так, давайте теперь вот эту камеру я подниму и поставлю на ту камеру. Вот такой вот коленкор будет. Ну, опять же, вижу, что ничего не видно, но тем не менее. Я думаю, что хоть что-то будет видно. Или давайте я перенесу Санька сюда, вот так вот сюда, если мы переедем, да, со штативом, то будет видно. Вот таким вот образом. И я планировал сделать, ну, будет держаться, но очень плохо. Мне просто страшно за телефон, за свой. Хотя его давно пора менять, но тем не менее, может быть, давайте попробуем вот так вот сейчас. Вот, вот, нет, секундочку. В общем, сейчас мы выкрутимся из этого положения как-то. Сейчас я поверну голову вот так вот. Эту штуку мы прищепим сюда.
Нет, надо как-то выходить из положения по-другому, в общем. Ну, смысл вы поняли, да? Я надеюсь. Как-то нужно придумать будет. В общем, как-то я придумаю эту схему, чтобы держала она лучше. Потому как держит. Ну, вот этот зажим просто рассчитан очень, ну, на большой размер, на смартфон. То по этой причине он мне очень не хочет держать. Вот так вот. В общем, как-то этот момент я со временем решу. Ну, вы поняли, да, что происходит? То есть, давайте сейчас покажу. То есть, сейчас у меня вот здесь вот, я понимаю, да, допустим, вот, что видит камера. Вот так вот видно, да? То есть, я понимаю, что попадает в кадр, что не попадает в кадр. Почему? Потому что, когда стоит камера, телефона нет здесь. Ну, я не понимаю вообще, что там в кадре, что не в кадре, какое освещение и так далее и тому подобное. Сейчас же вот, вот такая ситуация. Нужно просто как-то переделать это крепление. И вот, чтобы камера GoPro с телефоном и с прищепкой вот этой были, скажем так, вот командой. Соберем этих ребят в команду. В общем, вот такое вот сегодня будет видео. Коротенькое, но вот так вот. То есть улучшаем условия труда, скажем так. Потому что, ну, сейчас хочу вот этот резец. Видите, да, у меня здесь сломанный болт. Это советский резец еще времен, я не знаю, очень-очень древних. Вот у меня такой резчик есть один, но здесь болт выкрутился. Но обратите внимание на резьбу. Она там, ну, вся годами там болт этот сидел, я его еле выкрутил. А вот в том резце этот болт выкрутить вообще нереально, не получилось. Он просто сорвался. То сейчас... Соответственно, мы попробуем, ну не сейчас, наверное, в следующем видео уже, да, чтобы это все не было Бородино, смешались в кучу кони люди, помните, да? Вот сейчас мы вот эти экстракторы попробуем, то есть попробуем высверлить отверстие в болтике, потом загнать экстрактор и выкрутить этот болт. Ну, сами понимаете, что задача будет нелегкая, потому что реально болт шестерочка сломался, просто вот он. Его просто срезало. Я его пытался открутить, его просто срезало. То есть вот эта часть там сидит очень-очень надежно. Заржавела. В общем, надежно очень она там заржавела, поэтому сейчас будем вытаскивать. Ну а вот эту историю, ну как-то все-таки я придумаю. То есть нужен просто нормальный какой-то... Вот на трубку на эту он не садится, нужно такое, видите, да? Какое-то объемное тело, скажем так, для того, чтобы... Вот сюда это все село, чтобы эта пружина держала, чтобы это крепление работало. Ну, вот так удобно, кстати, да, то есть я уже вижу, что там происходит, нормально ли свет там, нужно ли вот так вот мне развернуться, да, чтобы эта камера видела. Ну, в этот же момент, видите, я сейчас разворачиваю туда эту камеру, то есть, ну, тут я не знаю, тут куча-куча нюансов с этой съемкой. Казалось бы, вот поставил камеру и все нормально, да, а потом я что-то подношу, показываю, пытаюсь показать камеру, я не понимаю, там работает она, не работает, видно там, не видно, что, или там пересвет огромный. В общем, вот такие вот дела. Нелегкая эта работа. В общем, народ, решил я проблему с данным креплением, как его закрепить на штативе, не меняя само крепление. Почему? Потому что, ну вот сейчас, допустим, в этом креплении стоит камера GoPro. Ну вот таким вот образом. Конечно, тряска огромная. То есть, если я сейчас уберу руку, да, не буду придерживать камеру, то получится очень огромная трясучка, потому что электронной стабилизации в камере GoPro, как сами понимаете, нет. Трясти будет очень сильно. Но, тем не менее, данное крепление я решил не переделывать, потому что планируем пользоваться также в автомобиле, в дальних поездках, дорогу, где я не знаю, поставил себе навигатор в него и поехал. Хотя навигатор есть у меня в магнитоле, в головном устройстве автомобиля, но как-то что-то мне привычнее пользоваться навигатором на телефоне. Не знаю почему. У меня просто более новые карты на навигаторе, там более старые, и, ну, в общем, нет времени заморочиться, обновить сам навигатор в машине, поэтому буду пользоваться просто вот таким вот образом. На стекло прилепил и поехали, в общем. Навигатор меня устраивает на мобилке, на прищепке, когда держится, более чем.
Ну и не хочу портить данное крепление, поэтому сейчас еду в магазин канцтоваров. В канцтоварах куплю большую прищепку, ну и покажу, как эта проблема решается просто с помощью дополнительной прищепки. В общем, народ, купил я вот такую прищепку в канцелярском магазине. Ну и думал, что она будет, поняли, да, обхватывать с этой стороны, но не тут-то было. То есть вот примерно такого же диаметра у меня труба на штативе, и видите, не получается. Поэтому сейчас я при помощи строительного фена вот эту часть губы прогрею и аккуратненько загну. Поехали, в общем. Давайте вот так, чтобы вам видно было. Прогреваем и аккуратненько длинными вот такими лутиками загибаем. Вот так вот, замечательно. Во! Пойдет. И теперь ту же самую процедуру делаем с другой стороны. И тогда прищепка у нас где? Она будет держать вот так вот щелк, и все будет нормально. Ну и вот, в принципе, что у нас получилось. Вот эта вот длинная прищепка просто получилась такими загнутыми краями. Вот так вот. То есть ничего нам не мешает в автомобиле, если мы хотим пользоваться прищепкой данной для мобилки, ничего не мешает нам использовать ее все так же. Только теперь не закрывает нам экран вот эти вот, видите, да, поднятые губы. А так они еще полэкрана закрывали. Все замечательно. Если мы хотим, допустим, мобилку использовать как камеру, мы ее просто поворачиваем, включаем и снимаем себя. То же самое в автомобиле, допустим, если едем. Либо же поставили, вот и как навигатор, пожалуйста, пользуйтесь. Это одна область применения. Вторая область применения, это вот лично мне больше нужна вот эта вот прищепка для того, чтобы пользоваться камерой GoPro. Ну вот, допустим, да, что сейчас там на камере происходит? Вот я показываю мобильный телефон, видно вам, не видно? И мне тоже не видно. То есть сейчас мы включаем камеру, вот. И теперь я вижу, что там происходит. Но что мы делаем? Вот таким вот образом мы давайте. То есть здесь наоборот, здесь я цепляю мобильник на липучку, на присоску, а саму камеру цепляю вот таким вот образом. Но видите, да, немножко страшно камеру бросать, потому как, давайте покажу, вот так вот. Она реально не держится на этой липучке. Но что мы делаем теперь? Мы ставим с этой стороны прищепку, и все. Держится огонь просто, то есть, ну, крепенько, очень крепко. Вот это вот канцелярская прищепка, зажим такой, очень-очень, ну, такой мощный. Поэтому вот так вот и все держится. То есть теперь, в принципе, давайте вот так вот зумчиком наеду, да, теперь я могу показать что-либо в эту камеру, и, ну, и понимать, что я там вижу. Вон, видите, да, я показываю плоскогубцы, на каком удалении, может быть, ближе, может быть, дальше, фокус там, может быть, надпись попробуем, давайте прочитать, да, вот так вот. То есть без мобилки камерой GoPro пользоваться очень-очень неудобно. Потому что, ну, реально непонятно, что там происходит. Перекос такой страшный. Давайте подровняю. Вот так вот. Без вот этой вот истории камерой GoPro пользоваться неудобно. Сейчас же я вижу, что попадает в кадр, вот, допустим, да, часть станка попадает в кадр. Поворачиваем камеру. Поворачиваем вот так, то есть, ну, очень удобно, теперь можно крутить телефон, я могу даже вот так вот его повернуть к себе, да, то есть, понимая, вот, понимаете, да, что там попадает в кадр, вот так вот, то есть, без проблем, абсолютно удобно теперь они с Саньком будут работать в паре, скажем так, как единая команда. В принципе, у меня на сегодня все, что хотел сказать, ребята, обещал видео, да, про вот эти экстракторы. Ну, если успею, сделаю, то будет оно первым окошком. Если не успею, то тогда завтра, потому что мне сейчас уже надо ехать к Димону за конденсатором. За конденсатором к этому насосу, чтобы его запустить, потому что без кондера он не запускается. Поехал за кондером, а, соответственно, остальное уже будет завтра. Пока-пока, увидимся.